За перевод благодарим фансаб-группу Oxylops. Озвучила Айка. Приятного просмотра. Приветик. Я в Камакуре. Тут красота. Я приехал сюда. И здесь такой свежий воздух. Так классно, что можно полюбоваться здешней природой. Сегодня будет открытие Gentle Monster. И у меня есть свободное время. Поэтому я решил немного прогуляться. В общем, сегодня будет круто! Я очень жду. Здесь хочется говорить шепотом. Тут такая красивая природа. Ящерица. В Австралии тоже много ящериц. Супер. Чистый воздух. Воздух такой свежий. Хочу сфотографировать. Надо нафоткать тут все. Камакура нечто. Природа? Отдыхать на природе? Я люблю отдыхать на природе. В Корее я обычно хожу гулять, если погода хорошая. Поэтому я сейчас так рад быть здесь. Вообще, я люблю лежать на траве под солнечными лучами. Вкусно. В этом саду так спокойно. Без понятия, что это. Конфетка. Очень вкусно. Шикарно. Очень солнечно. Солнце яркое. Погода идеальная, ветерок дует и не жарко. На небе не облачко. Так что? Не ожидал, что так ярко. Очень ярко. Я как будто исчезаю на свету. Пойдем дальше. Вкуснятина. Очень вкусно. Вкусненько. Понял, спасибо большое. Раньше тут были крокеты с беконом, но теперь они их уже не продают. Очень жаль, что их больше нет. Привет, малыш. Ладно, сходим в другое место. Я купил себе ободок, чтобы волосы не путались. Выглядит вкусно. Приятного аппетита. Очень вкусно. Мне порекомендовали это место, Чунхо и Нидзю. Они сказали, что тут очень вкусно. Поэтому я и решил попробовать. Классно! Очень хочется попробовать. Идеально! Серьезно, я очень рад. Thank you.
Вот такое меню. О, отличные фото. А, в следующий раз. Дальше. Дальше. В следующий раз. Я поеду в Камакуру. Я хочу съездить в Камакуру. Погодите. Я хочу съездить в Камакуру. Я хочу съездить в Камакуру. Я ем вкусную пасту. Десерт? Да, десерт. Приятного аппетита. Да, я поел. Я хочу съездить в Камакуру снова. Я на Эносиме. Хочу посмотреть на место из аниме Slam Dunk. Там как раз действие происходит на Эносиме. О, такой крутой вид! Рад увидеть вживую кадр из аниме. Развлечения и культура Эносимы, виды просто восхитительны. Я решил съесть банан в шоколаде. Буду этот. Ура! Обалдеть! Я впервые такое ем. Очень необычно и вкусно. Так много людей! Мне нравится. Да, да. Милашка, просто прелесть. Я у моря Эносимы. Здесь так ветрено. Говорят, что обычно тут не такой сильный ветер. Когда здесь малолюдно, то приходит много котов. Прекрасно. Ветер просто... Я ничего не могу поделать. Пора уходить. О, боги! До скорого! Пока! Сегодня на Эносиме много лодок, и на них рыбачат. И я пришел к воде. Облака такие красивые. Как же хорошо! Ну, небо просто вау! Как нарисованное! Все близко у воды. А вот и остров Эносима. И тут все могут пройти к острову. Пока-пока. Я пошел ужинать. Сегодня я достаточно побыл на солнце. Вот только что было так ярко. Возьму камеру уже за ужином. До встречи. Привет. Я пришел поесть японскую кухню. Я немножко повторял японский сегодня. Сегодня было отлично. Я был очень счастливый. Да. Сегодня в Японии. В Японии с человеком. Со знакомым человеком
Сегодня в Японии... Сегодня в Японии я гулял по городу с моим знакомым. Да. Молодец! Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Приятного. Сегодня у меня выходной. И так как сегодня выходной, близкий мне Став проводит его со мной. И я хотел его поблагодарить. Вот. Большое спасибо. Я очень счастлив. Какой миленький маленький кусочек свинины. Приятного. Правда вкусно. Я еду на экспресс-поезде из Синагавы. Быстро же, да? Я перекушу и потом посплю. Так быстро. Пролетаем. Это экибен. Выглядит очень неплохо. Вау. Я приехал в Арима Онсен на такси. Вау, здесь. Спасибо. Красота! Мне нравится. Сегодня будет хороший день. Так круто. Я схожу на горячий источник и отдохну. Но сначала вещи. До встречи. Пока. Мочи. Горячие источники. Это в Кобе. Извините. Это Арима Онсен. Арима Онсен, да. А, все понял. Здорово. Очень красиво. Класс. Просто супер. Я в поселке Арима Онсен. Говорят, тут очень много всего вкусного. Хочу полакомиться. Очень здорово. Я вернулся с источника. Тут куда красивее и тише, чем я ожидал. Я в восторге. Я прогулялся по поселку и здорово расслабился. Еще я сходил в сауну, и сейчас мне в номер доставят еду. Здесь очень здорово, я абсолютно расслабился. Завтракаю ли я? Нет. Ежедневный завтрак – это не для меня. Два, три. А, секундочку, я волосы поправлю. Подождите. Ладно, раз, два, три. Давайте еще разок. Раз, два, три. Так, вот и последний день. Мне так понравилось в поселке Арима Онсен. На улице льет дождь. Я сегодня еду в парк Universal. Короче, увидимся там. Пока! Я в парке Universal. Несмотря на дождь, здесь столько народу. Я иду в Super Nintendo World, самое известное местное достопримечательность. Вот вход внутрь. Сейчас я туда направляюсь. Все, я пошел.
Ого! С ума сойти! Обалдеть! Ничего себе! Просто невероятно! Я будто в игру попал. Масштабы просто поражают, аж не верится. Я только что гонял на Mario Kart. Очень весело, да. Я еще раз обязательно вернусь. Я хочу к Дораэмону. А еще в Nobita Sky Utopia. Нидзю. Обязательно Нидзю. Я помню саундтрек. А вот Дораэмон Лэнд. Я так рад. Я весь лохматый. Спасибо, спасибо. Очень аппетитно. Как хрустит. Это банан с ванильным мороженым. Так, на этом мои приключения, к сожалению, подходят к концу. Я сейчас в номере, пакую чемоданы в Корею. Потом у меня последний японский обед. Обычно я ем что-то из японской кухни. Но сейчас мне очень хочется пасты, поэтому я заказал карбонару. Вот она. Сейчас буду кушать, но прежде всего... Мне очень тут понравилось. Моя поездка в Японию меня многому научила. Я много узнал об этой стране и о ее культуре. Когда я снова приеду, я обязательно покажу вам много всего нового и очень веселого. В Японии очень красиво. Это вид на Осаку. Здесь было очень здорово. А теперь мне пора. Пойду поем, а потом отправлюсь домой в Корею. Пока, стей. Спасибо. Благодарю. Все,